Мэрия Омска отдала многодетным семьям землю, которая никогда муниципалитету не принадлежала. Об этом стало известно на заседании рабочей группы в правительстве Омской области. Напомню, речь идет о 700 земельных участках, которые были выделены под строительство несколько лет назад. На территории не оказалось никаких коммуникаций, а позже выяснилось, что 136 семей и вовсе попали в особо охраняемую зону. То есть там нельзя устанавливать антенны, запускать фейерверки, а построенные дома невозможно будет оформить в собственность. На рабочей группе присутствовали представители Департамента имущественных отношений города и военной прокуратуры. Выяснилось, что земли, которые мэрия отдала многодетным семьям, никогда муниципалитету и не принадлежали. Получается, Департаменту имущественных отношений придется как-то изымать, наверное, эти участки и предоставлять тем семьям, которые попали в эту запретную зону, другие. Но как тут теперь быть с теми средствами, которые уже затратили многодетные на строительство на этих участках? Потому что некоторые даже материнский капитал вложили в это строительство, тоже пока непонятно. На закрытой территории уже успели построить около 10 домов. Отберут ли мечи эти участки, станет известно после 9 мая. Сформирована комиссия во главе с министром имущественных отношений Омской области, которая отправится решать этот вопрос в Москву.